В апреле текущего года Управление строительства и ЖКХ Ненецкого округа провело презентацию проекта по строительству молодежного центра в Наринмаре. Планировалось, что возведен он будет в районе бывшего кинотеатра «Арктика». Подряд на выполнение работ выиграла управляющая компания «Петрофонд». Стоимость госконтракта составила 275 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывали в декабре 2015 года. Однако работы на строительной площадке так и не начались. На прошлой неделе в рамках заседания строительного штаба представители власти региона постановили, что если Петрофонд не выйдет на стройплощадку до 10 июля, контракт будет расторгнут. Работы на строительной площадке так и не начались. Как сообщил директор централизованного стройзаказчика Андрей Савальский, документы будут направлены в суд для расторжения контракта. В любом случае, строительный сезон упущен, а соответственно, молодежный центр, скорее всего, не будет сдан в эксплуатацию вовремя. Кроме того, Петрофонд задерживает сдачу очистных сооружений по улице Хатанзейского. Администрация округа будет предъявлять к руководству компании жесткие санкции.